Небольшое огненное шоу устраивает дорожный рабочий, чтобы разогреть жидкий битум. Им поливают основание будущей дороги, чтобы пористый асфальт лучше лег. Он станет первым слоем из трех, на него уложат плотный асфальтобетон, а щебеночно-мастичный станет верхушкой дороги. Такое сочетание позволяет сделать дорогу очень прочной и способной выдержать движение большегрузов. Конструктивные слои рассчитаны из нагрузок, которые изыскатели-проектировщики измеряли за счет интенсивности движения, то есть это все рассчитывается от нагрузок на основание. То есть асфальтобетон, ну, как по ГОСТам по СЛИПам, он передает на основание все нагрузки от транспорта. Заасфальтированную полосу в 700 метров уже в ближайшее время планируется открыть для движения транспорта. К укладке дорожного полотна приступили на пересечении Заводского шоссе и улицы Ближней. Здесь закончили перекладку сетей и коммуникаций, а также обустройство ливневой канализации, которой раньше не было на этой улице. Кроме четырехполосной дороги, подрядчики также построят специальные широкие съезды с улицы с большим радиусом поворота для удобного подъезда большегрузов к промышленным предприятиям, находящимся на Заводском шоссе. Мы ведем и провели работу, и находимся в тесном контакте с представителями инициативной группы промышленных предприятий, которые работают на Заводском шоссе. Максимально постарались учесть все их требования, которые они предъявляли к проекту, по которому делается реконструкция. Реконструкцию Заводского шоссе на участке от 22-го партсъезда до Авроры проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт начали в августе 2019 года. Сейчас выполнена пятая часть всех запланированных работ. По контракту объект должен быть сдан в конце этого года. Подрядчики рассчитывают, что закончат укладывать верхний слой асфальта уже осенью, после чего приступят к благоустройству Заводского шоссе. Это озеленение, установка ограждений, дорожных знаков и освещение. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.